ровно 25 кило. Ура! Нам с Мишкой дали пригласительный билет в клуб «Металлист» на детский праздник. Это тетя Дуся постаралась. Она в этом клубе главная уборщица. Билет-то она нам дала один, а написано на нем «На два лица». На мое, значит, лицо, и на Мишкино. Мы с ним очень обрадовались. Тем более это недалеко от нас, за углом. Мама сказала: «Вы только там не балуйтесь». И дала нам денег, каждому по 15 копеек. И мы пошли с Мишкой. Там в раздевалке была страшная толчая и очередь. Мы с Мишкой встали самые последние. Очередь чересчур медленно двигалась, но вдруг наверху заиграла музыка. И мы с Мишкой заметались из стороны в сторону, чтобы поскорее снять пальто. И многие ребята тоже, как только услышали эту музыку, заметались, как подстреленные. И даже стали реветь, что они опаздывают на самое интересное. Но тут, откуда ни возьмись, выскочила тетя Дуся. «Дениска с Мишкой, вы чего там колготитесь-то, давайте сюда!» И мы побежали к ней. А у нее свой отдельный кабинет под лестницей. Там стоят щетки, ведра. Тетя Дуся взяла наши вещи и сказала: «Здесь и оденетесь, чертенята». И мы понеслись с Мишкой по лестнице через ступеньки наверх. Ну а там действительно было красиво. Ничего не скажешь. Все потолки были увешаны разноцветными бумажными лентами и фонариками. Всюду горели красивые лампы из зеркальных осколков. Играла музыка, и в толпе ходили наряженные артисты. Один играл на трубе, другой на барабане. Одна тетенька была одета как лошадь, и зайцы тоже были, и кривые зеркала, и петрушка. А в конце зала была еще одна дверь, и на ней было написано: «Комната аттракционов». Я спросил: «Это что такое?» «Это разные затеи». И правда, там были разные затеи. Например, там висело яблоко на нитке, и надо было заложить руки за спину и так без рук это яблоко грызть. Но оно вертится на нитке и никак не дается. Это очень трудно и даже обидно. Я 2 раза хватал это яблоко руками и кусал, но мне не дали его сгрызть, а только смеялись и отнимали. Еще там была стрельба из лука, а на конце стрелы не наконечник, а резиновая нашлепка. Она присасывается, и вот кто попадает в картонку в центр, где нарисованы обезьяны, тому приз – хлопушка с секретом. Мишка стрелял первый, он долго метился, а когда выстрелил, то разбил одну далекую лампу, а в обезьяну не попал. Я говорю: «Эх ты, стрелок, это я еще не пристрелялся. Если бы дали 5 стрел, я бы пристрелялся, а то дали 1, ну где тут попасть?» Я повторяю: «Давай, давай, гляди-ка, я сейчас же попаду в обезьянку». И дяденька, который распоряжался этим луком, дал мне стрелу и говорит: «Ну, стреляй, снайпер». И сам пошел поправить обезьянку, потому что она как-то покосилась. А я уже прицелился и все ждал, когда он поправит. А лук был очень тугой, и я все время приговаривал: «Сейчас я убью эту обезьянку». И вдруг стрела сорвалась, и хлоп! Вонзилась дяденьке в лопатку. И там на лопатке затрепетало. Все вокруг захлопали, засмеялись, а дяденька обернулся, как ужаленный, и закричал: «Что тут смешного, не понимаю? Уходи, озорник, нет тебе больше никакого лука!» Я сказал: «Ну я не нарочно!» И ушел от этого места. Просто удивительно, как нам не повезло. Я был очень сердитый, и Мишка, конечно, тоже. И вдруг видим, стоят весы, и к ним небольшая веселая очередь, которая быстро движется. И все тут шутят и хохочут, и около весов клоун. Я спрашиваю: «Это что за весы?» А мне говорят: «Становись, взвешивайся. Если в тебе окажется 25 кило весу, тогда твое счастье. Получишь премию – годовую подписку на журнал «Мурзилка». Я говорю: «Мишка, давай попробуем». Гляжу, а Мишки нет, и куда он подевался, неизвестно. Я решила один попробовать. А вдруг я вешу ровно 25 кило? Вот будет удача. А очередь все движется, и клоун в шапке ловко так щелкает рычажками и все шутит да шутит: «У вас 7 кило лишних, меньше кушайте мучного». Щелк-щелк. «А вы, уважаемый товарищ, еще мало каши ели, и всего-то вы тянете 19 килишек. Заходите через годик». Щелк-щелк. И так далее. И все смеются и отходят. Очередь движется, и никто не весит ровно 25 кило. И вот доходит дело до меня. Я влез на весы, рычажки, щелк-щелк, и клоун говорит: «Ого! Знаешь игру в горячо-холодно?» Я говорю: «Кто же не знает?» Он говорит:
У тебя довольно горячо получилось. Твой вес 24 кило 500 граммов. Не хватает ровно полкило. А жаль. Будь здоров. Подумаешь, всего только полкило не хватает. И у меня совсем настроение испортилось. Вот какой день невезучий. И тут Мишка появляется. Я говорю: где эта ваша милость пропадает? Мишка говорит: ситро пил. Я говорю: хорош, нечего сказать. Я тут стараюсь, мурзилку выигрываю, а он ситро пьет. Я ему все рассказал, а Мишка говорит: а ну-ка я. И клоун щелкнул рычажком и захохотал. Ха-ха-ха, небольшой переборс. 25 кило 500 граммов. Вам надо похудеть. Следующий. Мишка слез и говорит: эх, зря я ситро пил. Я говорю: а при чем здесь ситро? А Мишка: да я целую бутылку выпил, понимаешь? Я говорю: ну и что? Мишка даже разозлился. Да разве ты не знаешь, что в бутылке помещается ровно пол-литра воды? Я говорю: знаю, ну и что? Тут Мишка прямо зашипел: а пол-литра воды – это и есть полкило 500 граммов. Если бы я не пил, я бы весила ровно 25 кило. Я говорю: ну да. Мишка говорит: вот то-то и оно. И тут меня словно осенило. Мишка, сказал я, Мишка, мурзилка наш. Мишка говорит: а каким образом? А таким. Пришло мое время ситро пить. У меня как раз 500 граммов не хватает. Мишка даже подскочил. Все ясно, бежим в буфет. И мы быстро купили бутылку воды, продавщица ее откупорила, а Мишка спросил: тетя, а в бутылке всегда ровно пол-литра? Недоливы не бывает? Продавщица покраснела. Ты еще маленький, такие глупости мне говорить. Я взял бутылку, сел за столик и начал пить. Мишка стоял рядом и смотрел. Вода была очень холодная, но я выпил полный стакан просто залпом. Мишка сейчас же налил мне второй, но там еще осталось на дне довольно много, и мне уже не хотелось больше пить. Мишка сказал: давай, не задерживай. А я сказал: уж очень холодное, как бы ангину не схватить. Мишка говорит: не будь мнительным. Говори, струсил, да? Я говорю: это ты, наверное, струсил. И стал пить второй стакан. Он довольно трудно в меня лился. Я как только 3/4 этого второго стакана выпил, так понял, что я уже полный до краев. Я говорю: стоп, Мишка, больше не войдет. Войдет, войдет. Это только так кажется. Пей. Я попробовал. Не лезет. Мишка говорит: ты чего расселся, как барон? Ты встань. Так влезет. Я встал. И правда, допил стакан каким-то чудом. А Мишка сейчас же налил мне все, что оставалось в бутылке. И получилось больше, чем полстакана. Я говорю: я сейчас лопну. Мишка говорит: а как же я не лопнул? Я ведь тоже думал, что лопну. Давай, поднажми. Мишка, если я лопну, ты будешь отвечать. Он говорит: хорошо, пей давай. И я опять стал пить. И все выпил. Просто чудеса какие-то. Только я говорить не мог, потому что вода перелилась уже выше горла и булькала во рту, и понемножку выливалась из носа. И я побежал к весам. Клоун не узнал меня. Он сделал щелк-щелк и вдруг закричал на весь зал: ура! Есть! Точно! Тютелька в тютельку! Годовая подписка на мурзилку выиграна! Она досталась мальчику, который весит ровно 25 килограммов. Вот квитанция, сейчас я ее заполню, похлопаем. Он взял мою левую руку и поднял ее вверх. И все захлопали, и клоун спел тушь. Потом он взял вечное перо и сказал: ну, как тебя зовут? Имя, фамилия, отвечай. Но я молчал. Я был наполненный и не мог говорить. Тут Мишка закричал: его зовут Денис, фамилия Кораблев. Пишите, я его знаю. Клоун протянул мне заполненную квитанцию и сказал: скажи хоть спасибо. Я мотнул головой, а Мишка опять закричал: это он говорит спасибо, я его знаю. А клоун говорит:
Ну и мальчик выиграл мурзилку, а сам молчит, как будто воды в рот набрал. А Мишка говорит: «Не обращайте внимания, это он застенчивый, я его знаю». И он схватил меня за руку и поволок вниз. Я на улице немножко отдышался, сказал: «Мишка, мне как-то не хочется нести эту подписку домой, раз во мне только 24,5 кило. А Мишка говорит: «Тогда отдай мне, во мне-то аккурат 25. Если бы я не пил ситро, я бы сразу ее получил. Давай сюда». «Хм, что ж я, по-твоему, напрасно страдал?» «Нет уж, пусть она будет наша общая, напополам». Тогда Мишка сказал: «Правильно.